Запасы на зиму. В конце июля в городской мэрии заключили два контракта на поставку более 30 тысяч тонн песка и 3,5 тысяч тонн соли. На общую сумму около 30 миллионов рублей. В прошлом году было закуплено порядка 30 тысяч тонн тесто-соляной смеси. Однако мы с вами знаем, что зимний период затянулся. Он и раньше начался, и закончился позже. Поэтому в феврале-марте пришлось еще докупать 10 тысяч тонн. В этом году мы взяли среднюю арифметическую и заготавливаем 35 тысяч тонн песко-соляной смеси. Все составляющие для ее изготовления на пескобазу привозят по отдельности. Прежде всего машины взвешивают, только после замеров разгружают. Далее из технической соли и песка в соотношении 1 к 10 изготавливают ту самую смесь, которой зимой будут посыпать улицы. Происходит смешивание в 10% соотношении с технической солью, которая у нас, значит, на сегодняшний день запасено достаточно. И вот сейчас происходит как раз вот смешивание, процесс смешивания, и заводится песок с карьера. Конечно, летом о предстоящих холодах думать совсем не хочется. Но к гололеду в администрации города готовятся заранее всегда. Так меньше вероятности, что зима застанет врасплох. Наталья Гутарина, Анатолий Логинов, РТВ Иваново.